Почти каждому советскому человеку финский город Порво знаком по фильму 1980 года «За спичками» с Леоновым. На карте Финляндии есть и Липери, и Йоки в провинции Северная Карелия, но съемки фильма проходили почему-то в городе Порво. Порво – второй по древности, один из самых популярных у туристов городов Финляндии. Население города составляет около 50 тысяч человек. Для трети горожан родным языком является шведский. Финское название города происходит от его шведского имени Бёрга, что означает «крепость над рекой». Порво много рынков, где можно купить местные продукты, сувениры, одежду. Торговля на рыночной площади ведется круглый год. Летом работают рынки на Ратушной площади и на островах. Кафедральный собор 15 века посвящен Деве Марии. Рестораны Порво пользуются любовью местных жителей и гостей издалека. Здесь можно отведать выловленную в местной акватории рыбу и выращенные окрестными фермерами овощи и травы. Знаменитый рыбный суп Порво известен не только своим вкусом, но и тем, что послужил причиной губительного городского пожара в 1760 году. В городе имеется фабрика по обжарке кофе и кондитерская фабрика. Работает, говорят, единственный в Финляндии улиточный ресторан. Старый город Порво с его красными амбарами на речной набережной – это один из самых фотографируемых пейзажей Финляндии. Он пользуется неизменной популярностью туристов. Более 1,5 миллионов, которых приезжает каждый год, чтобы полюбоваться разноцветными деревянными домами, погулять по извилистым мощеным улочкам, посетить уютные рестораны и магазинчики, среди которых множество антикварных и дизайнерских. На другом от старого города берегу расположился отличный жилой комплекс, в котором использованы самые передовые технологии в охране окружающей среды. По вторникам, четвергам и субботам в 14 часов из гавани на набережной Йокеранта отправляется круизное судно, на котором можно насладиться не только морскими пейзажами, но и традиционным рыбным супом и всем прочим. Об этом в следующем фильме.